Так, 12 августа 2020 год, Харьков, это линия терминатора на Луне. Вечерний терминатор, между прочим, это называется. 4.41 по Киеву. Утро. Так как после полнолуния, это у нас вечерний терминатор. Только ради того, чтобы это произнести, стало съемку начать. Вечерний терминатор. Не шучу. Триста 96 тысяч километров сейчас от Земли до Луны. Луна потихонечку, потихесенько приближается к Земле. Из апогея к перигею. А? Смотри, как испещрена буквально поверхность Луны, хорошо так видно. Когда как раз на грани света и тени. Вот она красная национальная сигра. Кстати, у нас асфальт стоит рядом с домом, поэтому такие рваные переходы, впрочем, как всегда. Да, ну в общем-то. Какие вообще сейчас на линии терминатора. О, Аристарх. Кратер Аристарх. Наш старый знакомый. То есть он-то новый, 60 миллионов лет. Ладно, поехали посмотрим на Марс и на Венеру. Пока возможность есть. Завтра Венера в элонгации, то есть на наибольшем угловом расстоянии от Земли. Не от Земли, а угловое расстояние между Венерой и Солнцем. Наибольший угол будет между Венерой и Солнцем для наблюдателя с Земли. В этот раз это я. А это Марс. Доброе утро, что называется. Так, сейчас резкость будет. Ужасно, все трясется, конечно. Но... Так, отошел.
Ну, дымка мешает получше увидеть Марс, но... Да, вот это движение по экрану планеты, это как раз вращение Земли, к которому прибавляется, конечно, движение самого Марса вокруг Солнца, но не думаю, что оно значительно на фоне того, с какой скоростью вращается Земля. До Марса сейчас 87 миллионов километров, это очень близко. Ну, если не сравнивать с дорогой на работу, конечно. Котик пришел, надо же. С работы меня встречает, и сейчас подошел. Когда ты спишь, котик? Так, мы поехали к Венере. Венера, вон видно облачко, да, или не видно? Ну, не важно. Нам сейчас не до них. Идем к Венере. Которая завтра, как я и сказал, в элонгации. То есть ее будет лучше всего наблюдать по яркости. Меньше всего она будет затмеваться солнцем, хотя, конечно, с ее... Так, сейчас опять резкости. Не видно это сияние. Надо меньше настройки сейчас поставить. Светочувствительности. Вот она, Венера, встает над горизонтом. Она уже встала давно. С 2 часов ночи. Да, сияние видно. Особенно на фоне этой дымки. Сейчас буду уменьшать светочувствительность. Так, что, 12 августа 2020 год, Харьков, 4:48 по Киеву. Поехали, вернемся к Луне и на том финишируем. Вечером сняли Юпитер с Сатурном. Мы прям слетали на Луну. Что ж ты? Ну, конечно. Пускай сейчас через кадр Луна проходит, как она проходит над Землей. Все, не трогаю штатив. Вот это движение Луны вокруг Земли. Ну, вращение Земли. Так, сейчас еще в кадр больше заведу. Красоты эти. Вот все. Наша красотень. Линия вечернего терминатора. Вот, она до сих пор сходит. Я думал, уже Луна садится к этому времени. Она до сих пор поднимается выше на горизонте. Я сейчас по линии терминатора пройдусь. Поэтапно. Да, лезет вверх в кадре.
красавица. О, здесь вообще красота. Сейчас. Конечно, не дает нам дымка желаемой четкости изображения, но уж как есть. Ладно. 12 августа, 20-й год, Харьков.